Урматты достор, жақында қоғымшылыққа тарап кеткен еркек кишинин аялға қол көтеріп сабаған видеосу резонанс болып наразычылықты жаратты. Видеодо аялдың зордық зомбулыққа чыдабай қачып бара жатқаны көрінген. Өлкөдө қорқынычтуу статистика өсүп баратат. Бул окуяны кайдыгер кароого болбойт. Биз чоң көгөйдүн алдында турабыз. Бул көгөйдү бүгүн тез арада чечишибиз керек. Үй-бүлөлүк зомбулук бул коомго каршы зордук зомбулук. Үй-бүлөлүк зордук зомбулук бул мамлекетке каршы зордук зомбулук. Үй-бүлөлүк зордук зомбулук бул адамды, жаранды, кемсинтүү, мажбурлоо, сокку көрсөтүү. Эгерде биз үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотмоюнча өлкөдө өнүгүү болбойт. Коомдо өнүгүү болбойт, мамлекетте өнүгүү болбойт. Зордук зомбулук орногон жерде эркиндик жок. Үй-бүлө мамлекеттин тамыры. Үй-бүлө кандай болсо, биздин коом да, мамлекет да ошондой болот. Үй-бүлөдө зордук зомбулук болсо, ал үй-бүлөнүн келечеги жок. Биздин милдетибиз үй-бүлөлүк зордук зомбулукту тез арада токтотуу. Мен талапкер катары үй-бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзамдардын катуу иштешин талап кылам. Мен зордук зомбулукту кабыл албайм. Биздин азаттык партиябыз зордук зомбулукту кабыл албайт. Биз ага жол бербейбиз. Дорогие друзья, нашумевшее видео избиения мужчины и женщины вызвало возмущение и общественный резонанс. Видно, как женщина спасается от насилия бегством. Страшно. В стране растет угрожающая статистика. И это факт, от которого невозможно отвернуться. Перед нами проблема, которую нужно решать. Здесь и сейчас. Семейное насилие есть насилие над обществом. Семейное насилие есть насилие над государством. Семейное насилие есть угнетение, принуждение, подавление человека. До тех пор, пока мы не решим вопрос насилия в семье, не будет развития в стране, не будет развития в обществе, не будет развития государства. Наш долг остановить семейное насилие. Как кандидат в депутаты Жогорку Кеңеши, я буду добиваться ужесточения законов, направленных против насилия. Мы заставим работать закон об охране и защите от семейного насилия. Семья – фундамент общества. Семья – основа государства. Семья, в которой существует насилие, деформирована. Насилие неприемлемо для меня лично. Насилие неприемлемо для нашей партии «Азаттык».